каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Кызыле объявлен режим ЧС в связи с потоплением двух микрорайонов. Каждую весну многие жители частных секторов правого берега и ближнего Кахема вынуждены защищать свои дома от талых вод. Днем 24 марта жители по улицам Буренская, 2 Буренская и Сергея Лозо забили тревогу. Огороды и прилегающие к домам территории полностью затопило талой водой. Вечером того же дня многих пришлось эвакуировать. Мэрия Кызыла, Минприроды и региональный МЧС в этот же вечер на базе школы номер 12 развернули пункты временного размещения с местами для ночлега. Пункт временного размещения начал свою работу 24 марта с 16:00. Первые пострадавшие стали поступать к нам в 17:50. На данный момент зарегистрировано 71 человек, зарегистрирован. Из них детей 30, взрослых 41. Часть населения у нас отселены к родственникам по собственному желанию. Значит, на данный момент в пункте 43 человека. Значит, в пункте работает круглосуточно, сотрудники школы работают, полицейские работают, медицинская служба. Пострадавшие обеспечены трехразовым горячим питанием. Все это время на территории частного сектора по улицам вдоль горы дежурят сотрудники полиции для недопущения мародерства. Сотрудниками полиции ведутся мероприятия по оказанию полиции и граждан, помощи гражданам, чьи домовладения оказались в зоне потопления. На данных улицах в настоящее время выставлены наряды постовых, обеспечивающие сохранность имущества, и оказывается вся необходимая помощь, в том числе эвакуация граждан из этой опасной зоны потопления. Ну и инспекторами ГИБДД, обеспечивающие безопасность дорожного движения и регулирующие маршруты движения транспортных средств. В этом районе нет ливневой канализации, поэтому вся талая вода ручьями течет прямо к калиткам домов, которые расположены на скате. Со слов коммунальщиков, в этом году защитная дамба не выдерживает потоков воды, поэтому вдоль горы Хербис ведутся работы по возведению защитной траншеи. Производят работы по дно углубительным этим, земляные работы, то есть дно углубляем. Помимо этого, мы расчищаем дно от бытового мусора. Население вот этого нашего города в последнее время особенно стало захламлять свои ближайшие территории. Кидают дохлых собак, кошек. Я к чему? Потому что, чтобы имели информацию, то, что люди эту воду будут пить. Вода пришла, и она сдренирует, и придет к ним колодцы с этой гадостью со всей. Значит, призываю население вот данного района, да, стараться вообще не захламлять дамбу. Какая бы она ни была, она дамба. То есть осуществляет определенную защиту. Вот. Ну, а внезапности. У нас всегда внезапно. Все лето мы убираем мусор, который вы кидаете. То есть вся техника занята на уборке мусора вокруг города. А до дамбы не доходит. Весна пришла, снег тает. И одно и то же. Мы сначала расчищаем, подчищаем, подсыпаем. Санитарные врачи напоминают, что в период паводка возникает угроза распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в случае употребления воды из трубчатых и шахтовых колодцев, артезианских скважин, расположенных на подтопленных территориях. Для недопущения подобных случаев рекомендуется использовать для питья бутилированную воду. Чтобы вода не поднималась и не затапливала ограды и подполья домов, продолжится откачка воды и работы по продлению защитной траншеи. Но этого недостаточно. Владельцам частных домов также стоит предпринять меры по очистке снега на своих участках и прилегающей к дому территории. Правительство Тувы утвердило новые назначения на должности заместителя министра дорожно-транспортного комплекса республики. Соответствующее постановление подписал глава Тувы Шалбан Караул. Заместителем министра, курирующим дорожное хозяйство, включая строительство, ремонт и содержание дорог, стал Шоран Чергалол, ранее работавший в аппарате министерства начальником профильного отдела. За транспортную инфраструктуру, авиасообщение, перевозки, дорожную безопасность будет теперь отвечать Андрей Конга. До назначения в министерство руководивший секретарь
секретариатом первого вице-премьера Тувы, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Оба назначенца достаточно молоды, если учитывать, что средний возраст в руководящем звене правительства Тувы составляет 43 года. Андрею Конга на днях исполнилось 36 лет, Шоран Чергалол еще моложе, ему 30. На первый взгляд улица Паромная похожа на городскую свалку. И рядом с этим мусором живут люди. Специалистам мэрии Кызыла эта улица хорошо знакома, и приезжают они сюда не в первый раз. Свалку мэрия города Кызыла убирает ежегодно, получается, даже два раза в год мы всегда убираем данную свалку. Но мы нынче мы решили так, чтобы провели собрание, да, с жильцами данного дома. Жильцы выбрали председателя жильсовета данного дома. И с данным председателем мы заключим договор на вывоз мусора. То есть установим на следующей неделе здесь установим два контейнера. И, соответственно, данный председатель будет собирать в каждой квартире, это как бы 16-квартирный дом, получается, деньги, и с ней заключим договор на вывоз мусора. Вот. Но так как... Свалка бытовых отходов на этой улице не дает покоя жителям на протяжении вот уже нескольких лет. С каждым годом мусора становится все больше и больше, вне зависимости от времени года. Зимой туда люди выносят золу от угля, летом же от стихийной свалки идет невыносимый запах. Мы проводим обход частного сектора, проверяем наличие контейнеров. Если его нет, то будем выдавать предписание со сроком на одну неделю, чтобы жильцы этих домов установили контейнер. Через неделю сотрудники городской администрации вновь приедут к жителям частных домов. В следующий раз вместо профилактической беседы будут выписывать реальный штраф тем, кто так и не установил контейнер для бытовых отходов. По правилам благоустройства жители частного сектора обязаны иметь специальную емкость для мусора. В 2018 году реализация адресного проекта «Социальный картофель» будет продолжена. В бюджете республики в этом году предусмотрено более 1 миллиона рублей. Количество участников проекта составит 2587 малоимущих семей. Каждый из них получит по 25 килограммов семян картофеля и овощных культур. Отмечается, что реализация проекта «Социальный картофель» способствовала возрождению огородничества в сельских местностях. За три года на реализацию направлено около 3 миллионов рублей. Социальную помощь получили 8 067 семей. Количество детей, воспитываемых в данных семьях, составляет 24 100 человек. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 11 копеек, евро 70 рублей 43 копейки. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. Полицейскими Тувы по горячим следам задержана группа лиц, подозреваемая в покушении на скотокрадство. Дежурная часть полиции Кызылского района поступила сообщение о том, что на пастбище в 5 километрах от автодороги Кызыл-Эрзин в сторону озера Дусхоль пятеро неизвестных, передвигавшихся на легковой автомашине, пытались похитить овец, находившихся на свободном выпасе. Неизвестный рассказал, что, увидев его, мужчины скрылись в направлении Кызыла. По данному сообщению, патрульным нарядом была дана ориентировка на машину. Спустя некоторое время указанное авто было замечено сотрудниками полиции в селе Байхак. Для проверки личности граждане, находившиеся в салоне автомобиля, были доставлены в отдел полиции. Ими оказались четверо жителей города Ак-Довурак и один кызылчанин в возрасте от 22 до 28 лет. Четверо из них ранее были судимы за совершение различных преступлений. В отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ходе проведения следственных действий изъята веревка, нож и транспортное средство. С места происшествия изъяты следы обуви, а также протекторов шин от легковой автомашины. Проводятся необходимые следственные действия.
В настоящее время все подозреваемые задержаны, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяется причастность фигурантов уголовного дела к совершению других аналогичных преступлений на территории республики. Управление Роспотребнадзора Тувы выступило в поддержку регионального межведомственного проекта «Пути к долголетию» и дало рекомендации всем детским дошкольным учреждениям и школам ввести в рацион питания воспитанников рыбные дни. Обязательным теперь станет также включение в меню летних лагерей отдыха рыбных четвергов по опыту советской эпохи. С предстоящего летнего оздоровительного сезона при утверждении меню в дневных и стационарных оздоровительных лагерях на 14 дней в управление Роспотребнадзора без включения рыбы и других морепродуктов станет невозможно. Рекомендация расширения перечня блюд из морепродуктов даны также для всех пунктов общественного питания на территории республики. Рыбные дни уже успешно внедрены в стационарных отделениях медицинских организаций. В преддверии Дня работника культуры в Национальном театре Тувы прошло торжественное собрание. От имени главы Тувы присутствующих в зале приветствовала его заместитель Аргана Нацак, которая вручила лучшим сотрудникам сферы культуры благодарственные письма и почетные звания. С поздравительной речью в первую очередь к ветеранам выступил министр культуры Тувы Алдар Тамдын и вручил благодарственные письма и денежные сертификаты. В этом году ко Дню работника культуры ведомство решило подойти более креативно. За несколько дней до профессионального праздника сотрудников пригласили на мастер-классы и познавательные туры по Кызылу. Мы, значит, пригласили все кажуны, приехали все кажуны, делегации, с каждого кажуна по 5 человек. Мы им устроили программу разнообразную. Дело в том, что работники культура кажунов, когда приезжает только на совещание по особым поводам, но никогда особо не останавливались в учреждении культуры в городе Кызыле. Поэтому мы в этом году создали такой маршрут посещения шести учреждений культуры. Это Государственный архив, Национальный музей, театр кукол и образовательные учреждения. Это Кызыльский колледж искусств и Республиканская школа искусств. И, конечно, фотосессии мы завершили в Центре Азии. Там у нас тоже одно учреждение, информационный центр туризма. Еще одно новшество. Концертную программу от начала и до конца подготовили работники культуры Лухемского района. В нем приняли участие более 100 человек. По итогам 2017 года Улхемский кажун в области культуры показал самый отличный результат. И сегодня нас пригласили сюда, в музыкально-драматический театр Министерства культуры, показать для гостей столицы и также республики, показать свой сольный концерт в честь Дня работников культуры. И также хотелось бы пожелать своим коллегам здоровья, счастья и успехов, и творческих высот. Продолжилось мероприятие показом национальной одежды от молодого дизайнера Андрея Неверицкого. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшой и умеренный мокрый снег, дождь со снегом, местами сильный снег. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +3, +5. Внимание! В связи с погодными условиями временно закрыта автодорога Акдаурак-Абаза. Региональная МЧС просит ограничиться поездками по этой автодороге.